злословят, то гнали и пророков, бывших прежде нас, возвеселимся мы здесь, радуясь. И так его страданий мы участники, дух славы почиет на нас. Он нами через страдания прославится, хотя кулит нас враг. Но никогда самим нам злом за злом не воздаем, и пострадавший не грозим. У праведном судьи на небесах через нас весь суд. Будем с ним и царствовать, коль отречемся, отречется он от нас. Но легким будет краткое страдание в сравнении с славой той, что он в нас. И принципы защитной башни и живой стеной. Христос есть цель всему на всяком месте. И в нас горит Христа живой огонь. В теле Его мы органы все вместе. Всем людям понесем Его покой. Живой стеной.